Уже весна, а ты еще не обновил свой гардероб? Тогда заходи на крутой сайт slonsneakers.ru. Тебя ждет большой выбор кроссовок и стильной одежды. Если паришься насчет доставки, то не переживай. Доставка по РФ за считанные дни. Оплата при получении. Также магазин проводит большой конкурс ВКонтакте, в котором разыгрывается 10 призов на твой выбор. Хочешь крутую пару сникеров к весне? Тогда участвуй. slonsneakers.ru. Заходи, выбирай, покупай. Ссылка на магазин и розыгрыш под видео. Чего, блин? Ребята, друзья мои, я сейчас в Москве вместе с Росковым, улица Усачева, дом 10, магазин Another Shop Casual Одежда. Заходите все. Вот дверь, блять, вот выглядит все так со двора, блять. Покупайте одежду, одежда охуенная, он, блять, смотрите, ёпта. Старик, блядь, оделся, как будто из Англии приехал, ебать в рот, блядь. Вон, пацаны идут в магазин. Здорово. Так что давайте, ёпта, Вала, не ебите нахуй, приходите, ёпта. Здорово. А чё вы там стояли, не знаю, куда подойти? Да, могу... да. Вот серьезно. Тут 16, магазин детской одежды. Блядь, ты... Я им говорю, сделайте эту штуку, ну, чтобы, блядь, да, люди, да, понимали, да. Потому что, блядь... Там посмотрели, а там ничего не было. Короче, написано. Спускайтесь вниз, ага. Это самое, вниз спустились, ага. Идете, и вот до конца дошли вот это, и дверь, блядь, будет. Там ага. А такая буква, ага. И в звонок наберете. Все, понятно. Вот так вот, ёпты, продаются, а у нас шмотки в Москве, ёпты. Ребята, а вам не кажется, что от вас говно воняет, блядь? Я даже через свой сраный телефон, блядь, чувствую запах говнища, блядь. Я сейчас понимаю, да, я сейчас там в тренде, да, но мне вы нахуй не нужны, реально. Я лучше останусь со своими 150 нормальными друзьями, которые ебальники все вам раскрошат, блядь, чем, блядь, 1000 мудаков, которые, блядь, сами за себя даже сказать ничего не могут, ёпты. Это вот мой первый месседж вам. Марк, салют, братан. Карина, привет. Я приехал. Вот магазин. Что-то раскол долго выходит. Мы просто сейчас, Карин, пойдем пивка возьмем. Я хочу пивка попить очень сильно. И что-нибудь скушать. Хотя дома... Я ничего не ел, ну ты сама все знаешь, короче, в пизду. Позор этот нахуй. Вот. Короче, Воронеж приеду обязательно, но со мной будут люди, как бы. Мы там хотим устроить прикол просто пацанам небольшой. Как бы они, если они там это, файтингом занимаются же, все там за воронежский факел, небось, стоят. Ну вот как раз будет и приколюха им, как раз с юнтами там или с этими, бля, патриотцами, что-то замутим, приколимся, поржем. Я человек добрый, но до поры до времени, блядь. Ладно, я трансляцию сейчас пока прерву, потому что-то раскол не выходит из этого, блядь. Ну что там, дрочит, что ли, сука? Приходите все сейчас на Усачёва 10, ёпта. Мы продаем здесь, блядь, кажуальную одежду. Она нихуи там вареные, блядь, моченые, нахуй. Пусть вот так по лестнице спустились. Мы отдыхаем, он раскол. Мы с ним сделаем проект. Который взорвет, нахуй. Проект, я знаю. Мы сделаем что-то... Ну, что-то, что опередит этот рэп, который сейчас есть. Так, давай совместную трансляцию. Хуя ты, Джук, блядь. Да, Джук. Джуз, ну давай. О!
Да. Ты? Да не, я вроде. А кто? Что же тут свет? Ну, Олеся, девчонка. А, ну, давай, зови ее. Ну, я пытаюсь, да, она вот смотрит эфир. Не, у нее может интернет быть не очень пиздатым. Павел. Йо-й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 о-
Павел, а знаешь, что я делаю? А? Знаешь, что я делаю? Зенекс? Нет, я просто сплю. Без Зенекса, просто сплю. Поверь, я сплю вообще сейчас идеально. Нашел прям идеальнейшее. Алпрозолам чистый. Чистый алпрозолам. Он так и продается прям в аптеке? С Испании. Давай выйдет. Сделаем, чтобы у тебя был нижний... У меня был рот. Да-да-да-да. Эй, йоу. Эй, йоу, йоу. Я Паша техник. Пожалуйста, хватит. Остановите. Паша, мы были в одной комнате с твоим другом. С каким? С расколом. Вы в одной комнате сидели и давали трансляции. Каждый со своим телефоном. Иди сюда, ёпт. Что слышно было эхо. Да он, бля, он стесняется, ёпт. Кого, меня? Чё ты торчиха? А чё меня стесняться? Я же не чужой человек. Ну чё ты там? Ты его знаешь? Я его не знаю, нет. Ну в Зене жёстком, я вижу. Да похуй в чём она, ты-то, блядь. Не неси хуйню. Думаешь? Я обжёстка. Ты бля, как себя чувствуешь? Ты же там лечилась, что-то капельница, мапельница. Да, пиздец, да. Не пиздец, ты что, гонишься? Но... Это совсем пань уже. Мимо, да? Да не, ничего не мимо, все нормально. Чувствую нормально? Себя трезвым, хорошим человеком, все хорошо. Сейчас, подожди секунду, у меня тут это, на моей ноге, короче, звонок. Давай. Блин, это Фейс звонит. Че ты мне дал там молчать, ёпт? Фейс, он боится. Да иди в пизду, ёпт. Фейсу я сам наберу, я его телефон уже пробил. А что ты ему хочешь сказать? Я хочу с ним трек записать. Так ты уже записал вон трек, на его трек. Лучше получилось, чем на оригинал. Вот скажи, вот ты видел этот клип, да? А, клип твой или клип Фейса? Мой вот. Твой видел. Мне очень понравился, как ты Текаши петушка там наказал. Да. Мне просто не очень... Я понял. Мне тоже не нравится. Мне тоже не нравится этот гандон. Не нравится. Кто почему... Почему он решил, что он король Бруклина и ходит, орёт это везде? Мне вообще кажется, что он заднеприводный, если честно, что это все неспроста, эти радужные волосы его. А я тоже так думаю, у кого косички крашеные, они все в жопу долбятся 100%. Ну, есть такие подозрения, что, блядь, он не внушает никакого доверия, что-то ходит... Ну, бля, Лил Пип доказал, что крашеные ногти и волосы — это бисексуальность. А? Лил Пип тоже, что ли? Ну, он же бисексуал. Блядь, я не знала. Все, ты мне... прикалываешься, что ли? Я не знала, пожалуйста. Зачем ты мне открыл глаза? Сейчас скажи, что Канье Уэст гей, пиздец. У меня тогда вообще все хуёво. Я не могу сказать про него, не знаю. Я просто в новостях вбей. Лил Пип признался, что он бисексуал. И все. Да после смерти он уже признался. Блядь, не знаю. Во время. Подожди, дай еще раз сделаю нос, рот. Опусти пониже. Да, подожди, надо. О, блядь, как это сделать? О, все, четко. Блядь, это симбиоз. Блядь,
смеяться просто, Паль, прости. Ну, рассказывай, как дела? Вы сидите. Дела нормально. Пишу альбом сейчас вот такой. Так. Ну, Зенекс там все дела присутствуют будут. А можно вот эти вот ребята, которые тебе сняли клип на «Я роняю тренды», они все будут тебе клипы дальше снимать? Мне вообще очень нравится этот продакшн этих людей. Да. Вы... Они мне могут свободно делать, они на это и... Ну, блядь. Я поняла, ладно, потому что вы очень-очень хорошо работаете вместе в компании. Они у вас хорошие. Хорошо получается. Мне и нравится. Передача веселая. Очень веселый. Это паренек, да, этот Лил Дождь делает, или как он? Да. Сусик. Вообще. Есть два стула у них еще, да, передача? Да, я в ней, блядь, тоже был два раза. Я знаю, так это самые смешные выпуски. Не, вообще надо... Палька, да, Дудь? Так, знаешь, со мной вообще самый нормальный. Да, Дудь с Пашей техником будет уже, не понимаю. Все ждут, все только этого и просят. Я уже лично Дудю написала в Инстаграме, что надо звать Пашу. Вот ты сейчас сказала, и вчера узнавал он через The Flow мой контакт. Так что скоро на Дуде я надужу. На Дуде? Я его надудю. Пань, ну пора уже, ну потому что это, ну как бы, надо хоть одно интересное интервью, хоть одно. Да не, у меня много интересов, но нет, они у разные. Нет, чтобы хоть одно качественное было. Ты-то вообще, к тебе вопросов нету. Ну я везде в кашу. Ты везде что? В кашу. В кашу? Да. Зато честно. Ну а чё? Не, ну я такой и есть. А мне штрафуют за это. Пришел объебанный, типа. Так я не понимаю, так а ты не придешь никуда, ну, в смысле, у тебя нету трезвого нормального состояния, ты так 24/7 себя ведешь и общаешься. Нет, со всеми. Нет, у меня нормально. Живо. Ну, просто сегодня я, например, поигрался с Зенни. Поигрался с утра? Так вот, как да, котейка? Да, да. И немножечко феназепама. Угу. Тоже поиграл. И, да. Я смотри, я с тобой разговариваю, у меня даже глаза вообще не отлично. Вообще отлично. Я поэтому... У меня толер 100% уже выработался. Я уже... Я проснулась как надо... раз, смотрю, Паня ведет прямой эфир, и свеж, и молод вообще, и прекрасно. И с ним ебется весь город. Прекрасно выглядит. Там жена у меня пишет, там типа ревность началась. Почему? А что она ревность? Мы с ней тоже общаемся. Пустые слова. Ну, я не знаю. Я, например, с тобой пообщаться мне вообще не впадло. И что, блядь, творится, не знаю. А что не меня... так? Давайте разберемся. Кого как, что происходит. Давайте. А есть масса еще третьего подключить посередине? Давай третьего подключим. Я не знаю. А Зенни твое... она меня за Зенни дрочит. Карин, я не ел Зенни, отвечаю на пидора. Я тоже отвечаю. Просто... Нет. Толка Алпарзалам из Испании. Это да. Вот это действительно рабочая тема. Блять. Она говорит, вон, что ты пиздишь. А? Она говорит, вон, что ты пиздишь. Ну, придется работать, получит порцию ответов. Паня, что вы в Москве? Вообще, да, я по жизни пиздобол. Я столько людей наебал, блядь. Ничего страшного. Да, конечно, хуже меня только, блядь, я не знаю, Венцеслав Венгржановский, ёпта. Блядь, ты помнишь такого типа, где он сейчас? Блядь, да ты чё, ёпта. Мы сегодня там, Панина чуть не там поймали, дол... блядь. Что, поймали? Почти поймали Панина. Он там зашел на рынок, блядь, а и, короче говоря, блядь, туда-сюда, он пошел кушать суши. А я, ну мы там пиво пока покупали, еду и проебались, блядь, в итоге.
Да ты а что? А так бы нормально, мы бы ему сказали, я всегда готов трахнуть несколько котов. Готов. Еще собак. Я не помню, как эта песня дальше. Ну, я ебу собак, всегда так. Готов трахнуть несколько котов. Че это за песня тут исполняется, знаешь? Знаю. Она же старая вообще, я в колледже учился, она была, блядь. Олесь, по-моему, Ростов хочет тебе что-то рассказать. Я? Да мне нечего рассказывать, братан. Он важный какой-то, просто очень. Ходит злой, что-то... Не, он не важный. Может, потом... Я трезвый просто. Он просто трезвый, он это... Стесняется. Он это, короче... Он вчера рассказывал, как жить Кизару, я помню. Эту вечернюю трансляцию, я очень смеялась. Ну, да, был, ну, сядь, я пойду в туалет схожу. Ну, давай, хорошо. Я как раз пока схожу в дальний кабинет. Давай. Проверю, давай, Вань. Там, удачи тебе там. Как там люди, блядь, живут. Да хуй встанешь. А ты меня представляешь с расколом? Ну, поговори. Придется поговорить. Общайся. Давай. Не, я просто стесняюсь, ты просто там это, сына Гуфа там за ручку водила, там на пляж ездила. Я как бы это, ну, это просто для меня верх вообще. Верх всего просто. Ай, пожалуйста, пацаны. А эти фотки с пляжа горячие. Я реально стесняюсь. Апельсин, кстати, хочешь? Не, спасибо большое. У меня я есть дома. Алексей станет сразу. Брат, особо, да. Да мне и так и неплохо, есть. В принципе. Да, ну ладно. Есть еще как бы, больше предложить, в принципе, нечего как бы. Приезжай в магазин, мы тебе студент куртку продадим, если хочешь, Суприм. Футболки. А ты сейчас где, кстати, Паша спрашивает? Я в Украине. В Украине? А что ты там делаешь? Ну, там живет. Там же война. Я воюю просто. С кем? Сама с собой. С кем? Со своей. Что это, короче, глючит связь там? С кем воюешь? Да у нас вся страна воюет друг с другом. У нас дурдом. Страна воюет. Бля, старый, не, у нас тут нормально, как бы, бро, без войны все. Двери, я в туалет. Че, ты под Пашок? Ну что, рассказывай что-нибудь интересное. А ты, я просто, я не знаю, что у тебя спросить. Анкетирование сейчас будет. Да не надо ничего спрашивать. Ну тогда я могу просто поставить. Поставить телефон. Положи телефон, да, и пойди, да. Можешь пойти. Подожди, Пашу лучше просто, и все. Да не, я пойду тогда тоже. Не? Не хочу. Я вам придет, подожди минутку, он пописывает. Я, может, тогда покупаюсь и умоюсь. Ты не бойся, тебя никто не убьет, там войны не будет. Мы, короче, все нормально. Да я вообще как бы не переживаю, у меня тут... Скоро выборы, не переживай, все хорошо. Какие у вас выборы? У вас нету выборов. У вас выборы нету. А у вас его и не было. Мы, да, с тобой сейчас на политической почве должны поругаться. И вообще нет, я не политик вообще. Не, я мимо этого, не. Мне неинтересно. Я не буду с тобой ругаться, потом... Лучше подраться. Все, у меня там интернет хуё ловит. На Украине интернет... На Украине... Паша пришел уже, так что... Она, я думал, что Пашок пришел. Здравствуйте. Очки. А вот и он. Нет. Она, братан, у нее интернет на Украине плохой, она сейчас говорит. Я понимаю. Да. Ну да, Паша. Смотри, прямо вот в прямом эфире. Вот прям в прямом эфире. Посмотри, настолько звезда... А ты отключился сегодня? Не, она, короче, у нее интернет плохой. Она говорит, пиздец, типа, вся говорит. Ну ладно, она просто с тобой захотела разговаривать. Так я как тоже не особо хотел, я говорю, я давай телефон поставлю. А вы хотите? Подожди его. Ты иди, братан, пиздец. А я сижу, она там с Гуфом на пляже ходит, и сын, и там его гладит по голове, нахуй с ним разговаривать. Я угораю, заебал. Ну, ты ее подъебал, она обиделась. Ну, а что обижаться-то вообще? Было не было, что такого, блядь? Всякое бывает, нахуй. Я тоже Слима по голове гладил, что как бы нормально, все живы, все здоровы. Никто не проклят, все охуенно. Раскол стоит. Давай. Сфоткаемся нормально. Не, а что такого? Прикольно. Да, он фоткает. Можно я тоже поучаствую? Да, давай. Поставь там телефон, сейчас мы закрепим его, подождите. Только
Только чтобы он не разъебался, бля, братан, потому что у меня пиздец. Я понимаю, все вот так. Не, не делай так. О, нормально, нормально. Кривая картинка. Нормально, не, а это смотрит пускай просто. Это же это эфир идет. Смотрите, мудаки, ёпта. А что там шапка? Сатурн? А русский андеграунд, это же это какого, блядь? Волчок, да. Волчок. Ну, это, кстати, бред вообще. Нормально. Ну, ладно. А вообще, рейвер, что? Да. Торчи, ну, ты очурюшки находишь. А я тоже рейвер. Травку любишь? Да. Ксанакс не любишь? Нет. Почему? Ну, зачем? А чё, а зачем травку? Чё, ты Ксанакс лучше? Ну, травку лучше. А чё, а ты Ксанакс не пробовала? Да. Ну, вот попробуй, пожалуйста. Ладно, короче, хуйню несёт старик. Делаю. Можно? Да. А чё тебе тут написано? А я на зашоп сейчас сниму, братан. Там тоже что-то прикольное, да? Да. Ну, давай же, чтобы наше время пришло, там. Да ну баннер, иди сюда, блядь, банчик, блядь. Игры баннер испортили баннер, блядь. Шайб растянем, он длинный, блядь. Она поближе, старый. Ну, ты сделай грамотно вот так. Ты чё, блядь, братан, на всех ты эти... Русский андеграунд. Нет, пищу должен быть воровской. Русский. Там вот всё видно, всё будет. Старяк? Охуенно. Дерек закинь. Закину. Ну и что-нибудь приобрести уж там. А ты что сейчас хотел взять? Самайон? Да. Велики. А, велики? Да. Давай, может, посмотрим эти футболку. Ральф Лорен есть, их, кстати, нормально. Да. Пойдем покажем. Сейчас скидки, кстати, у нас. Какое пальто CP Company? Охуительно, да? И хуй скажешь, что CP Company? Да, кстати. Ты думаешь, я пизжу? Нет, это не пиздец. Я пизжу. Это еще редкое, вообще, раритет, нахуй. Смотри, а, ты мне... Давай, теперь... Давай, поговорим, а да. Теперь я рассказываю, как Раскол продает вещи. Для девочки самое раз. Знаешь, Флора, подвухину мы тебе скидочку сделаем в честь 8 марта небольшую. Если интересно, будешь смотреть? Да. Вот, смотри, выбери. Если что-то интересует, обращайся. А Карине что-нибудь можно будет подогнать? Карине? Ну так... Ну, я не знаю, с Лёхой надо говорить. Ну, не, ну Лёха придёт, я с ним поговорю. Не, я философ дам, если что. Пицца, кстати, есть. Серёг, ты будешь пиццу?